Неправильный глагол eat. Irregular verb eat. Irregular – неправильный. Verb – глагол. Irregular verb eat. Итак, eat переводится как есть. Значит, его формы eat, at, eaten. Значит, не путайте eat – есть и eat – это. Eat – это краткий звук, eat – это долгий звук. Но что касается на at, то здесь принцип произношения похожи, как предлога at, например, at school – в школе, и at – есть. И eaten – это длинный, долгий звук получается. Eat, at, eaten. Разберем примеры. So, he ate a lot yesterday. Он поел много вчера. Далее, she ate two apples. Она съела два яблока. He ate a piece of cake. Он съел кусок пирога. Это были примеры со второй формы. И с третьей формы примеры. We have eaten everything. Мы съели все. Ну, maybe we were really hungry. Мы были действительно голодными. Далее. I have eaten and I have to go. Я поел и я должен идти. Да, в принципе, I have to. Это, в принципе, аналог must. Далее. Должен. He has eaten well. Он поел хорошо. Ну, вот видите, примеры с третьей формы. Давайте еще раз повторим, но только на английском. He ate a lot yesterday. She ate two apples. He ate a piece of cake. We have eaten everything. I have eaten and I have to go. He has eaten well.